Живете вы, живете, и вдруг откуда ни возьмись, у вас появляется идея, что вам срочно нужна громогласная ракушка, которая звучит громче любой дудки, громче любого автомобильного сигнала. И этой ракушкой вам надо что-то делать, ну как-то звучать. И как это делать? Сначала этот бункар надо заказать в мастерской Antplatter.ru. А потом, когда он приедет, надо на нем заиграть. И вот тут-то начинаются небольшие трудности, потому что не все знают, как извлекать звук из этого чудного инструмента. И сейчас я постараюсь это показать. У нас есть такое отверстие под названием амбушюр, такое вот в самом начале нашей ракушки. И вот туда мы, собственно, будем дуть. Как правило, народ, который не в курсе, не знает, как играть, играет на дункаре вот так. Или играет вот так. Ой, что-то у меня не получается. Вот. Но есть третий метод. Первые два метода тоже очень хороши. И официально как бы мы их приветствуем. Но есть третий метод, когда из дункара можно извлечь классный громкий звук. Вот. И звучит это вот так. Вот. А также еще это может звучать на октаву выше. Вот. Как извлечь вот этот самый базовый звук? Для начала этот звук можно попытаться извлечь вообще без инструмента. И губами сделать примерно вот это вот. То есть, что мы делаем? Сильно сжимаем губы и даем мощный-мощный поток воздуха из всех наших глубин. Вот, на эти губы. И при этом сильно их сжимаем, но ровно настолько, чтобы они через них вот начал проходить воздух. И он начнет у нас давать необходимую вибрацию. И тогда в этот поток можно подставить наш музыкальный инструмент, и звук, скорее всего, появится. Сейчас я продемонстрирую, как, что из этого получится. Примерно вот так должен прозвучать ваш первый звук. Он такой не самый ровный, потому что, чтобы звук был уже более чище, ровнее, для этого надо уже точнее приложить инструмент и начать дуть. Но самое главное запомнить, что губами надо делать вот так. Вот. А потом просто к этому вибрирующему месту наших губ мы прикладываем наш дункар. Играйте больше, наслаждайтесь музыкой.